сука, тишина, блядь, такая, сука, такая прям, а, такое, затаилось. Холодно, блядь. Карта холодная, блядь, холодно, сука. Все стоят, блядь, греются. Миха, блядь, там острый глаз, блядь, там все. Гриха, ржавый, блядь, гвоздь, там все, блядь, все пиздец. Все, сука, уже все знают, кто куда кого пробивает, блядь, все нахуй, 10-й уровень боя. Все на десятках, все уже докачали, все знают, блядь, куда, чего, кого, где выебать, блядь, в каком кусте постоять, где отдрочить, за каким деревом, блядь, вся хуйня, блядь. Ну вот, и мы тут, значит, вылетаем. Да никуда мы нахуй не влетаем, короче, в общем, мы с Яриком, хопа, едем, блядь, Ярик на каком-то К-91. Понапридумывают, блядь, танков, вообще была какая-то подводная лодка, К, чего-то 9 там, даже не помню. Я подъезжаю, там какой-то гончий лис, лис гончий. Вот, ну, смотрю, блядь, что-то он в натуре вот такой разогнался, что-то хуячит вперед, думает, все, сейчас он здесь займет позицию и выебет тут все стадо, нахуй. А стада-то-то нет. Дело в том, что здесь стоят три охуенных профессионала в виде, блядь, меня, Ярика и еще тут пацанчика какого-то на Е5. Так, кинули мы тут три плюхи, обдамажили, стоим, блядь, холодно, сука, греемся. Руки засунули в рукавицы, там, блядь, трем что-то, блядь, спирт ебошим, потихонечку сидим, блядь, перезапускаемся, нахуй. Ну, в смысле, КД, нахуй, у нас все нормально, там, патроны перебираем, все это, смазку, всю хуйню, бензин проверили, там, моторчик. Опа, Ярику говорю, давай, прикрывай, а он-то уже что-то пизды получает. Оп, оп, ему потихонечку уже шмаляют, там, какая-то сука. А у нас две арты еще, да, ну, сейчас без арты вообще хуй куда. Ну, вот, я говорю, Ярик, бля, я мне никак, говорю, не помочь тебе, бля, ебаться, блядь, не переебаться, как Близок сказала. ОБ-277, тоже какой-то новый танк, непонятно, что за новый танк, хуй просышь, и не пробивается никуда. Ну, ни в башенку, ни в хуяшенку. Танки, сука, танковое сражение. Ёбаное танковое сражение, блядь, когда танки друг в друга стреляют и не пробивают. Вот, блядь, полная историчность. Хотя деревья валим, блядь, нихуя на танках, ни вмятины. Два дерева вон задавили, похуй, похуй дым вообще. Я что-то такое, значит, думаю, ладно, пацанам сказал, говорю, Ярик, ну, добьете уж там как-нибудь. Там по плюхе чертосом кинете, все нормально, бля. Я поехал уже ближе к камням, бля, на белые камни. Камни тут нихуя не белые, снег белый, а камни, бля, черные. Клев тут еще пиздатик. Вот. Стою, думаю, блядь, вылезешь, тоже отхватишь. Значит, думаю, ну все равно как-то. Так и так, хули ежиться, минжеваться, думаю, на, все равно как-то продвигаться. Епись забодать как-то. А лес красиво, такая погода спокойная. Тут главное без суеты. Сейчас суетиться в рандоме вообще опасно. Куда-то ворвешься, все, прилетает моментально. Вот, стоим, дышим свежим воздухом, там леса пробежала, там хуйня какая-то пролетела. Тишина, спокойствие. Эпик, блядь, ловим эпик, нахуй, атмосферность. Вот, это тоже там атмосферный пацан, блядь, что-то ежится. Епись купил, думаю, сейчас я, блядь, выебу всех. Ну, кто не знает, епись — это имба. Е50 он. Опа! Мы его немножечко так это подрихтовали, говорим, ты, сука, там сиди спокойно на жопе ровно. Хуево, ты будешь работать у нас как светляк. А, он как и светляк не поработал, то есть вообще никак. Ну, челу, сука, надо идти в песок. На второй, третий уровень статку поднимать, блядь, как у нас многие умеют. 150 тысяч, блядь, на какой-нибудь нахуй хуйне, блядь, 4 уровня. И потом выходит, говорит, я, блядь, такой, я нагибатор, блядь, там, сука, век воли не видать, нахуй, там, сука, все, весь на ножах. У него ложка заточена, нахуй, все, пиздец, я тебе сердце расковыряю, знаете, как там, блядь, есть. Люди сидят, прожженные такие уже, лет уже 6-7 в танках, блядь, такие, все уже, сука. У них уже там 150 тысяч боев, блядь. Вот, он уже все видел, он все знает, нахуй. Сука, ему танк, да, вывозит танк 10 уровня, а хуй, блядь. А не попал, блядь, не попал, не пробил, блядь. И сидит материться там к нему, жена подходит, ты хоть потише, блядь, при детях-то не ори. Он, да иди ты нахуй, бля, у меня там, ты ёб твою мать, блядь. Читаки пидорасы, блядь, ёбаный бог. Ему говорит, какой нахуй, какие читаки, ты сам-то, сука, где ты, блядь, лазишь-то? Где ты, сука, лазишь-то, в какой-то хуйне ты, блядь, стоишь там, блядь. Дрочишь за какой-то сосной, нахуй, сосни, ёбаный в рот. Стоит он за сосной. А он говорит, отъебись ты нахуй, блядь. Ты еще мне тут будешь, бля. А у них обычно в семьях-то, у танкистов, бля, у них что жена, что дети, у них все танкисты, бля, ёбаный в рот. Подлетаю тут хэви, значит, не знаю, что пацан делал, в общем, пацан все проебался, все, пиздец. Я говорю, Ярик, да все отлично, я заехал, все охуенно, бля, на-на, все, опа, блядь, нормально. Вот самое главное, а я ж знал, эта хуйня наметилась, Ярику накидывал что-то раз 5-6, говорит, по нему пизданула эта тварь, блядь. Я говорю, да я в том-то и дело, что я боюсь, думаю, за гуслят, пизда нахуй от этих-то. Еще ФВ-40-05, она тоже там вот, где вот, блядь, хуй знает, как вам показать. Ну что сказать, Устроены так люди, желают знать. Где карбюратор, сука, твой, блядь, находится, въебать тебе, чтоб ты стоял на месте ровно. Стоят вот здесь вот на балконе, вот сейчас я мимо буду проезжать, вот здесь вот место, вот здесь стояла ФВ-40-05, она пизда, которая пошла за Яриком, нахуй. Я говорю, Ярик, подожди, я говорю, аккуратно, я заеду. Я говорю, мы сейчас все сделаем красиво, ты только не умирай. Я говорю, брат, не умирай, он такой, блядь, и Ярик говорит, блядь. Опа, он промазал, я промазал, нихуя у нас тут разборы полетов.
Я говорю, Ярик, не умирай, говорю, все будет хорошо. Я говорю, бля, солдатскую пайку, говорю, поделюсь, я сейчас, бля, картофана тебе нахуй подкину. На нахуй этому челу въебал. Ту-ту-ту, а по нам уже откуда-то хуяли, там Катюша, там что-то, бля. А мы уже заехали, все, заебись. И плюху он кинул, все охуенно. Все взяли, в общем, всех забороли, охуенно. Я говорю, давай теперь вот этих надо развести, козлов. И все будет окей. В общем, аккуратненько. Самое главное сейчас в рандоме это аккуратность. Ну а какая нахуй может аккуратность, когда у вас 2-10, блядь? 2-10 нихуя не в твою пользу, когда уже обходит враг, блядь. Справа, слева, блядь, эти боты, эти пидоры всякие, нахуй. И думаешь, как, бля, как жить после этого, сука? Как заходить в эти танки, ебаные? И все равно заходим, конечно. Вот. А что, а, насчет семьи и жены, да, вы спросите. Ну тогда, блядь, в семье иногда жена лучше мужа нагибает, блядь. Вот такой вот Байченский получился у нас. А, вот. Всем спасибо за внимание, кто смотрел. Оценивайте там, как обычно, там эти пальцы вверх, вниз, там, до пизды. Короче, комментируйте свои, ваши там, блядь, эти. А, ты нахуй молодец, красава, там, блядь, свое восхищение. Или наоборот, ну ты, сука, нихуя не... Блядь, ты вообще хуёво, сука, играешь, бля. А я такой, да иди ты нахуй, и в бан перманентно. Вот. Ну, в рот ебать. В общем, всем хороших, хорошей игры, хороших игр, танков и прочей всякой залупы. Вот. И в реале, блядь, не забывайте про своих жен, детей в реале. Блядь, купите там жене мороженое, ребенку, блядь, PUBG нахуй, мобайл. Сука, чтоб все у них было охуенно, блядь. Жене палочку кинь, кинь ты палочку, блядь, не здесь ты свою нахуй снаряд, а палочку жене, чтобы она вся довольная была у тебя. Вот. Вылезай ты из танков, бля. Лето на дворе, купаться нахуй, речка там вся хуйня, небо голубое. Так, все, ладно. Всем пока, всем спасибо за внимание.